Я хотела бы записать с вами видеообзор на такое приложение, как видео. Просто видео. Вот. Данное приложение, вот оно, видите, находится в категории «Музыка и видео» в магазине для Windows 8.1 «Профессионал». Вот. Нажимаем на него, смотрим, что же это такое. Вот. Описания нет у нас. Оценка 3,7, это 174 оценки. То есть, ну, такое разное, конечно, мнение людей о данном приложении. Вот. Примечания. Ну, и, в принципе, тоже 108 языков, да? Издатель Microsoft Corporation. Посмотрим, что же оно собой представляет. Оказывается, оно у меня уже есть на компьютере. То есть это приложение будет у вас, когда вы устанавливаете Windows. Я его отдельно не закачивала. Поэтому я зайду сейчас через спуск. И... О, господи. О, а? Наверное, на украинском нужно писать. А, вот, да, видео. Есть такое. Вот. Посмотрим вообще, что можно... Ну, как можно пользоваться данным приложением. Телепрограммы, личные видео. Укажите, где искать. По умолчанию, видите, стоит видео, юзер Ирина Видеос, точно, то есть на диске C. Я выберу сейчас, закрыть, сейчас выберу еще одну папку, ну, просто для интереса, будет ли она работать. Так, и что же вообще можно делать с данным видео? А, компьютер, не OneDrive, а компьютер. Диск C. Что здесь у нас? Фотографии. Ну, да, допустим, пусть будет так. Так, добавить в папку видео. Окей. Все готово. Теперь нужно нет отмены, но а как ее просматривать, я не знаю. Ладно, не будем тут ничего делать, просто готово нажмем. Пишется, что здесь одиноко, то есть нету видео, но на самом деле я их добавила. Телепрограммы. То есть, ну, непонятно, для чего она служит. Просто у меня, например, здесь сейчас, на данном этапе, вообще ничего не скачано на компьютер. Есть какие-то личные фото, какое-то там, ну, не знаю, пару видео, может, там, грубо говоря, из детства, да. Вот. То здесь вообще ничего не видно. То есть, ничего не отображается. Вот. То есть, я уже указала, где искать, а оно все равно не отображается. Ну, ладно, тогда просто поиск сделаем. Это коллекция, да? Поиск, например... смешные видео. Будет ли так что-то искаться? Нет. То есть ищется только из нашей коллекции. Как добавить в коллекцию, неизвестно. Но я понимаю, почему там такие стоят оценки. И очень непонятно, конечно, для людей, как этим пользоваться. Ну, я надеюсь, вы, если вдруг разберетесь, то... Пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы мы тоже знали и другим подписчикам показали. Если же нет, то тоже постараюсь найти время и изучить, например, какие-то там корявые, ну, в кавычках, приложения, вот, которые, например, не загружались у нас, и написать, что же с ними не так. Может быть, у меня какой-то компьютер слабый, это вроде, нет, вроде не слабый, как бы, ну, всем требованиям отвечает, ну, не знаю, то есть...
нужно как-то разбираться, или же ставить комментарии, то, что не работает эта фишка. То есть мы даже не можем понять, для чего она существует. Вот. Так что ставьте пальчик вверх, будем подписывать, подписывайтесь на наше приложение, будем узнавать, в чем же причина таких вот глюков. Все, пока-пока. Всем всего хорошего.